Страшно, вырубай! Говорю же, вырубай. Ну, из шкафчика вылазишь и пиздец. О, мэн! А! Кек вы. Ну ты, бля. Ты сейчас скину. О, фак, говно. Я не могу слезть с крюка, потому что я не на крюке, мэн. Косме, 21. Ну чё, по гайфак играем? Да ну, чтоб ты еще раз открыл дверь, блядь. Ё-моё! А, беги! Там мужик! Боевок, блядь. Патрулёнок наш единственный, если что, всё. Блядь, вчерак! Я обвиняю тебя, друг хуям, блядь. Это я вошел! Я не думаю это! Можно я не пойду дальше? Можно я дверь закрою? Шо? Кто у нас за Хантера хочет? Турния. Если никто не хочет, я не против. Костян? Чё? Сколько у тебя в ДБД часиков? У меня, о боже мой... Это надо с телефона еще тогда считать. Тут вот у меня 24 всего написано. Ну, короче, это достаточно. Никто не Хантером не хочет быть, да? Ну, я могу за Хантера погонять. Ну, типа, я не ушатанный убийца, который за всеми бегает. Так давай я буду. Окей. Без проблем. Я так понимаю, Гриш, ты меня пригласишь? Да. Сейчас я войти. Готов? Угу. Так, можно игру чуть-чуть потише сделать. А то оно слишком шумно. Че, нас четверо как-то? Ну да, получается так. А Гриш, я не захотел. Так Юра на работе. Хотя сейчас проверю. Какое время? Сейчас узнаем. Так, Юрикс. Катя, инвайт кинешь? Я еще не зашла. У меня загрузка была. В принципе, я могу Кирилла спросить, но он сейчас в Геншине. Блять, вспомните, пока ты дать в эту игру, кстати. Я все забыл кнопки уже, я только на телефоне, блядь, играл, я бы, наверное. А у Лии нет настроения. Понял. Поэтому не хотел. Кстати, я только сейчас понял, что хост может сам выбирать карты в управлении матчем. Нифига. Какую поставишь? А чёрт знает. Я просто, ну, не все карты особо хорошо знаю. Так что затяните, выбирайте на ваше желание. Затяните моего негра, блин. Ну-ка. Это вот которого ты купил? Ля, yes. Какой? Джордана Смитей. 10-й ранг. Yes. Он, знаешь, мне напоминает перса... Я тебя пригласил, Руслан. Я вижу. 10-й ранг, он напоминает мне не маленький. Из Rogue Company. 14-й тоже нифига не маленький. Я так понимаю, тут киберспортсмены, я понял. Не, мы просто вместе играем. Фига себе вместе играете. 10 и 14 ранг. Так. Это сколько вы так играете? Мы сколько месяц играем? Понятно. Ой, я не знаю. Мы месяца два, не месяц. Даже месяца не. Ну не два точно, я думаю. Все. Меньше месяца. Понятно. Да. Короче, мы не выжили. 14 ранг на охотнике. Хотя на охотнике не знаю, какой ранг у него там. У меня. На охотнике у меня 20. У меня 16 или 15, я немного играю. А я просто немного играю. Что, будем туманить или рандомить карты? Давай туманим. Ой, я забыл, меня не стоят навыки. Давайте, кстати, затуманим, короче, а ты через настройки просто карту какую-то поставишь. Окей. Главное, чтобы не обосраться и с картой. Не выбрать... нужно, чтобы затуманить. Так, руки, да? Мне нужно перки подобрать, которые я хочу, и проверить. Такие у меня вроде бы самые такие, да. Все. Настройки матча изменены. Навыки. Я даже не прочитал, охуенно.
все. Выбрала себе два навыка, которые я хочу купить потом. Блин, а я вот не помню, на какую кнопку использовать дэш у выжившего. Что? Дэш? На... Да. А, крепкий орешек? Угу. Руслан и Евить английскую. Руслан. Вроде на Е английскую. Окей. А ну, можно управление посмотреть. Чаще всего на альт ставят. Управление. Резко клавиш. Все здесь. Что еще раз? На... Крепкий орешек на Е? Да. Окей, спасибо. Сейчас я накину навыков. Руслан надо мной издеваться будет. Спорим, спорим. Правда, правда. Ты легионы берешь? Неа. Слава богу. Костян, ты себе предмет-то выбрал? Зачем они еще тратятся? Так сетевая игра, тут не тратится. Да, тут. Так я спрашивал, они... тратится, не тратится, Гриша. Да, тратится. Угу. Но они исчезают, типа, каждый раз если тебе нужно переставлять, да. Нет, ну если да, помираешь, так я знаю то, что если. Из инвентаря нет. А, то есть, если даже проиграю, они не исчезают. Да, да. Тут, типа, так... В кастомке тут бесконечные предметы. Я думал, ты именно это спрашивал. Я именно вот это и спрашивал. Я круто. А подношение что? Подношение мы бутылки берем, которые мы. Нет, берем. Я в плане то, что тоже они бесконечные. Ну да. Да. Ну, вот все бесконечно. Тут все абсолютно перки открыты, и вот как бы да. Предметы тоже. Все в пути. А! Спорим, меня сейчас первым убивают. Стрелы предмета. Да, Руслан. Почему такое. Такое презрение? Подключение к другим игрокам. Это не презрение, я просто тебе прочитала. Неправда. Кого увижу, затем пойду. А, я Костя, что, не фейскемпим и не туннелем. Слышишь? Сейчас бы с помощью такой туннелить сюда бедала. Туннелить это ты когда повешал, повешенного сняли, ты опять за ним бежишь. А в смысле, а что мне за ним посмотреть, как он уходит от меня, что ли? Нет, того, тот, кто снимает, того убить. Ну кого попадется рука, того и убью, в смысле, что? Ну если при тебе с крюка снимают, соображай. Может еще не будем убивать друг друга? Сука, Юра, блин! Чё? Он мне только сейчас ответил, го! Ну ладно, сыграем одну, может пусть на сервак заходит? А, кстати, Руслан, у Юры, короче, яркость экрана на нуле просто в кустах, когда Юра будет маньяком в кустах прячься. Слышишь? А, да, я понял. Да. Он а еще он промахивается. Да, он еще промахивается. Окей. И за ведьму играет. Угу, и трещины на земле. Ой. Ха-ха. Да нет. Ты от него бежишь, потом пробежишь там, ну, на корточках 8 метров и все. А я не знаю, мы им предлагали сделать. Он то ли не знает, то ли не хочет. Что именно? Яркость прибавить. Помнишь, а. Он что-то отнекивался? А, ну, да, он... Меня видно, я негр. Да. Меня видно? Да, видно. Здрасте, нету связи, пока. Оп. А чё, вы всё в своём месте заняли? Что? Фиксируйте. Пирамид Хэд. Стоп, а у Пирамид Хэда атака, которая заряжается, да? Да, и стреляет. По полу. О, ой, боже. Сынок. Самый упишный челик. Офигенно. Погнали. Он самый сексуальный. Возьми меня на ручки, уж. Подумаю. Это была шутка. Не надо. Блять, я вообще на фоне генератора голову негра не вижу. С кайфом. Invisible man. Оу, фак. Сюда! Ой-ой-ой-ой-ой! Сюда, лут! Нет, ну с такими пишетами втроем, не, ну это невозможно. Так сейчас Юра придет. Ну сейчас-то втроем-то мы не сможем. Ну почему? Да, но... Вы же как-то играли? Вчера. Или позавчера? Не, позавчера. А.
Carbon Pick. О, нифига. О, у тебя тоже крылышки все с пальцами. Классно. Кого я видел? Ну, прочитан, прочитан. А в смысле? А чё, мне надо около него стоять, у крюка? Конечно! А, да? Конечно. Блин, Руслан знает, что танцевать не умею. Ну, Руслан! А, я понимаю. Мэн! Стоп, Руслан, ты поставил перк, который увеличивает количество проверки, да? Нет. Вроде, не знаю, что я там поставил. Мэн! Мэн. Ты что? Давай, признавайся, где генератор чинила. Где генератор? Да. Ты чё, чертик взял? Нет. Я быстро накидал навыки, так что не думал. Позвал в ДБД. Здравствуйте, Юрий. Салам. Матерь Богу. Привет. Здоров. Я сейчас чуть не продолжал. О, костяну нашли. Костяну нашли! Уже 7 часов. Руслан, ты меня не увидел или просто на пульсе зарядил? Ой-ой-ой, это я зря сделал. Не увидел, реально. Я тут просто сидел, играл прототайп, я ее купил себе. Первую или второй? Первую. О. Я себе бандл купил с обеими частями. Я буквально вчера прошел Ассасина Бразерхудов, думал сесть за откровение, а потом такой смотрю, опа, скидка на ассасина этих, на подкативных чуваков. Дай-ка загляну. Ну, маньяка купил себе в ДБД. Буду радоваться. Какого маньяка? Цепи ненависти. Получи, тупой тотем. Ну да, у него порча есть. Только я не знаю какая. Ага. Какие еще игроки его бихейдят помимо ДБД? А, это получается ты заряжен, да, по мне попала так и... Вот это вот дресня еще из меня льется. Если что, Катя, он тот генератор, который ты чинила, коцнул. Оно еще может заморозить или типа того, там пирамид хэд имеет, не помню. О, Мементо Море? А почему? А. Это не меня, это Мэри. А, стоп, чё? Ой-ой-ой-ой-ой. Тек. А! А-а-а. Кисло-кисло. Типа импровизированная висеница. Ну да. Ну так мог просто очень на крюкинику не двигарить, просто вот этот хрень и всё. А. Ну это если он попал по тебе от хрени, которую видишь, у тебя крутится. Понял. Ну я и спросил, типа, это дресня вот эта заряженная так. Чел. Нет, нет. Ну я скорее всего вытекаю. Стоп, а он свою решетку видит, да? Ня. А, всё, я спрятался, не трогать. Все плохо. Я спряталась. Я не даже не достал чека. Ну, норм. Мэн, меня заперли. Ну, пирамид хэт определенно неплох. Он OP. Не, пирамид хэт хороший, да, так не плохо, его способки работают. Она, очень OP. Он пипец OP. Кстати, нет. Гриш, может, что сейчас происходит, нет, когда пирамид хэт юзает свой скилл, когда вот он роняет чувака? Че, ну, на бесконечно он... тут будет? Да. То есть он кого-то роняет, ты можешь проделать свой голод скилл. Ну, это серьезно? Не, он не будет бесконечно. Он получается насаж... Ой. Ой, кто-то вылез. Он получается, пихает в тебя меч, и ты через определенное время просто всех покидаешься. И если тебя не снимут, то ты дохнешь.
То есть этот своего рода переносной крюк у него. Да? Интересно. Беги, беги! То есть можно посадить так два раза человека насадить, а потом третий раз его на крюк нести. Ёб твою мать! Не, типа вот меня один раз посадили на крюк, и второй раз он меня все кинул, и все, я умер. Ага. Понял. То есть этим можно пользоваться. Потому что я пытаюсь мейнить за пирамид головы на консоли, вот так и не разобрался с теми его скиллами. Это говорит имба, имба. Пирамида головы типа имба, и тебе запрещали на нем играть? Нет, я пытался им мейнить. Просто YouTube активно говорит, что это прям имба имбище. Я пытаюсь, в принципе, спокойно, но я не со всеми разобрался еще. Ты прям на него побежал. Как поворачиваться, не помню. Ладно, короче, я в ДБД жду вас. Угу. Чё? Я успею, нет! Сука. Вот это я давно так не мансил. Ну, кстати, Костян, вот эти вот золотые ивентовые предметы, ой-ой, они хуже фиолетовых. Я знаю. У них зарядов меньше, и типа они... Они еще падают. Я, короче, взяла перк, я взяла перк у Нэнси, типа она в шкафчике херяется, я что-то не поняла, блядь, что, я залезла в шкафчик, она мне не понравилась, видимо, что-то не так прочитала. Она херяется именно от кровотока. Кто стонет? Пап! Я давно на компьютере не мансил. На телефоне, кстати, легче мансить, не знаешь? Не сказал бы, там по-своему нужно учиться. Не, ну типа там же эти... Как их? Сосочки управления. Да-да-да-да-да. Там, я говорю, там по-своему нужно уметь, там типа не так, как на компьютере. Там нужно это целое искусство на телефоне мансить. А тут уже свои мансы. Блин, ну вот у этой сетки... Тебя спасает негр. Убер частые эти. Вы постоянно так говорить? Yes. Костян. Не фуртануло. Oh, man. Что, мне сейчас показалось, или он тебя через стену шибанул мечом? Ну, он своим скиллом. Там по полу идет весь. Да. Да, типа, идет перманентно. Так, я, кстати, хочу проявить, сколько у меня вообще деньжат на балансе. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я тут раз отхилился на них. Тан-тран-тан-тран, вы сам знаешь, что я делаю? Что ты делаешь? Что я делаю, когда чел умирает? Что можно сделать? Не, у меня не стоит. Блять. Знаешь, будет очень забавно, если люк в подвале. Ой. О, фок, мэн. В принципе, я не удивлен. Костян, ты еще так забавно к нему в первый раз выбежал, такой просто поворачиваешься назад и в его сторону прямо. Да, я уже еще на компьютере забыл играть. Я, получается, как вообще играл? Я сначала очень-очень много играл на компьютере. Спрятался. То есть, я не знаю, почему-то написано 24 часа всего, мне кажется, там гораздо больше, я мод как-то обнулил, хер его знаю. А чё, мне нравится этот навык. Потом на телефон перешел, очень долго играл. Ну, из шкафчика вылазишь и пиздик. О, мэн! А! Кеквы. Ну ты, бля. А. Изи, изи, просто, ну почему я не удивлен? А почему мне так же не везет везде? Изи. Ой, забей, у нее люки, это отдельная история, блядь. Она и люки, это просто... У меня 5%, потому что я не найду люк. 5%. Я помню, я на телефоне остался один на один, у меня осталось 3 генератора, и нужно было найти люк. Я люк никак не мог найти, но я смог починить даже 2 генератора. Ого. А маньяк что все это время делал? Сосал. Он соплюживал. Подождите, я прочитаю внутренняя сила.
Там на телефоне, если научиться мансить, то иногда охотники вообще не могут попасть. А, после каждой очистки тотема я даун, я прочитал. Фак. Тогда другой пусть. Чё, Юра Хантер, да. Ну, короче, туманим... А, ещё один пирамина, да, понятно. Туманим зону, и все, он ничего не увидит. Ах ты, сука. Чё, ты карту поменяешь? Только будто бы это помогло. Ой, как-то... Думаю, я... Чё поставить? Я могу сделать так, чтобы подосрать всем вместе. Причем в равной степени, поэтому я уберу вот это. Ну, куча даже перки можно брать. Чё ставим? Да? А, бутылки? Туман. Туман, окей. Вот мне понять, где додж. О, тут даже есть оберег души, кстати. Смотри, Костян, второй по центру самый правый. Вторая страница перков. А, вижу, на крепкий. Ну, мне кажется, у меня за место это нужно поставить будет. Теперь нужно понять, как доджить. На Е. Только я не разобрался еще, как это делать точно. Правый, есть как клавиш, вот, ну-ка. Да, на Е, все верно. Ну, кстати, оберег души тоже прикольный. Да, не знаю. Смотри, короче, напрягаешь мышцы пресса и начинаешь сжиматься. У меня кузов какой пресс. Напрягаешь жировые мышцы пуза. Маньяк, ты готов, Чешо? Да, сейчас я только себе выкладку сделаю. Хорошо. Я ж не все маньяки забиндены. Пивная выкладка. Ты кого взял? Пирамид. А. Ну, короче, прячьтесь просто... Прячьтесь в кустах, прячьтесь в кустах. Он слепой. У меня на пока нет пирамиды. Просто дэшь тебя в сторону. Значит, Ghostface взял, спорим? Маба. Сейчас увидим. Я, конечно, хоть и экран на Ghostface, но я его не особо люблю мейнить. Хотя он и прикольный. Вот бы не траппер, вот бы не траппер. И Катя такая... Тыц. Смотрим из-за угла на 10 часов. Ну а че, я зря покупала Ghostface и скин на него. Гриша. Да. Так, я готов. Смотри, короче, скатываешься с нее, падаешь и это... И да. И просишь помощи. Сейчас попробуем. А что произошло? Почему? А, показалось. Сейчас, скорее всего, буду бить жестче обычного, уж пробую для себя нового маньяка. Гриш, ты меня обманул? Нет. Эффект суммируется, спасибо. Ладно, по-моему, холодный придется встать. Сработало. Спасибо, Гриш. Ура! Сейчас зайду. Вот так мы помогаем людям вставать с кровати. Самый лучший способ оживиться, это когда медведь наклоняется на решетку, и ты отлично знаешь, что он может ее согнуть. Только медведь этого не знает еще. Никита, или экстремальный вид спорта, подойди на решетке с медведем ближе, чем на метр. Или отвернулся, когда убираешься в Олега с лисицами. Вот настоящий экстремальный вид спорта. Это весело. Сколько ты уже там работаешь? Я только начал. Ну сколько? День, два? Я буквально вчера, нет, позавчера прошел пробный этот. А, как прошло-то? Ну я говорю, весело. Отвернуться от лисиц, когда убираешься в фольере, самое то. С животными всегда надо поддерживать зрительный контакт, но не смотреть им в глаза. Знаешь, отвернулся. Твою и что, сколько за это платят? 23-24 тысячи. Что-то как-то так себе. Ну. Устраиваешься? Я нет, с мамой. А, ну тогда нормально. Есть тебя. Смотри. Если мама оплачивает коммуналку, например. Юр. В принципе, ты можешь не париться. Привет. В принципе, Юр, ты можешь не париться, устроиться
устроившись в колл-центр от Тинькофф Банка и получать. Я пытался. 35 тысяч. А что не получилось? Меня отвергли. Привет, это кто? Там это... О, здорово. Там нужно... О, это... боже, отличная реакция. Ну, хорошую давай. Это... речь и желание общения с людьми. Так, а что за звук был? Ну-ка, вспоминаю. О, нет, это же близнецы! Давай сделаем аборт, Гриша! Аборт, Гриша! Ура! Василий. Только не близнецы, он будет бегать. Боже. Василий — это самый угарный охотник. Особенно когда пинаешь его ребенка по животу. Аборт. Абоба. Пинать дикий. Офигеть! Офигеть, я так давно не мансил. Офигеть! Я бью женщин и детей. Потому что я могу. Как нравится. Убиться в задницу. Ой, как нравится. Боже, это великолепно. Ну-ка, где Юра? А, видно. Юра. А, я понял. Короче, держу в курсе. О боже, фахщи! Я же нажимаю дэш, какого черта? А как нужно жать, чтобы этот прыгнул? Нет, она не хочет. Бежишь, е. Руслан, как ты этот лук промахнулся? Я себе не первый раз говорю же. На Е. Нет, у меня не робот. Ну, он у тебя работает только когда ты при смерти. Мэн, сиби нахуй, мэн! Ха, соси, соси, соси. Катя, ты бежишь прямо к нему. Так он сам ко мне прибежал. Не, держу... Не, я имею в виду про основное тело. А, так лоу на АФК. Могу подебэкать его за него. Оу, фак! Говноед маленький. Пошел. Пошел в жопу. Тупой маленький ребенок. Ненавижу детей. Какой маньяков куплено, Юрий? Я бью женщин и детей. Ах ты ж! Потому шучу. Что я красавчик, ебать, потому что я бьешь. Сильней. И они не могут сдачи дать мне женщин и детей. Я ты правильно, я знаю, но бью женщин и детей. И я сама что? Утверждаюсь. А там у этого дэша три заряда. Почему не сработало? Говно какое. Так, ну, а что, бутронком больше не могу играть? А, не, могу. Нет, ты Виктора можешь выпускать. Не, просто ты вот его скинул, я думаю, тебя ждут его на апаже, пока он заново вам не вырастет. Ну, ты можешь рожать его на постоянке. Угу. Потом сделать аборт. Ааро! Так, я вижу дегенератор. Здравствуй. Я тут. Бля, как он стрёмный, наверное, против него играть. Не, Виктор угарный. Что он бесит? Я бы просто срался бы с Виктора постоянно. Бля, он слепой, ты видел? Кость. Да не так уж он слепой. А чё он нас игнорирует, Лол? Он просто... Я бежал на захваченного Виктором человека, я никого не видел впереди себя. У него есть цель, он не видит преград. Да. У меня есть преграды, я не вижу целей. Ты яркость это не прибавил? Юра нет, просто не прибавил. Я сейчас сижу просто в абсолютной темноте. Пошли в здание, слышишь, Костя? Он тут. Он Виктора выпустил. Юра выпустил Виктора. Гриш, кстати, вспомни мой старый никнейм. Да, я помню. Оф. Я тебя слышу, маленький ублюдок. Ах ты! Ах, блять, промахнулся, я же прям перед тобой был. Пошел в зуб. А, я тебя... Ты меня что? Давайте разбираться, не путаться в кнопках и правильно управлять шарлоттой. Шарлотка. Привет. Нет, ты меня не видишь. Да, ты прав, я тебя не видел. Тебя Виктор палит. Тупой Виктор. Маленький ребенок, жертва аборта. Выжившая. Вам. Так, второй это. Все, я... бегите, забейте. Бегите, глупцы. Да. Руслан, так не оставил. А почему сразу... А, все, я понял. Все в норме. Тикайте.
Он, возможно, пересел на Виктора. Невозможно пересел на Виктора. Что? Нет, я их без... Я открыла. Опа. Дальний от вас. А, Вик, будь здоров, Бран, как-то открыли, да ладно. Виктор, осторожно. Давай, давай, блядь. У меня еще игра в физике офигенно. Просто мансити. Бля, прикольно, я куплю эту мана себе на консоль точно. Ну, боже. За бизнесом, если научиться играть, он будет очень достараться. Юра, ты такой, это, меткий. Да, ты прав. Абсолютно. Спасибо, что ты такой меткий. О, Виктор! Спасибо. Напоследочек. Костян, ты можешь сбежать. Нет. У меня проход закрыт, когда он на меня напугил. Нет, ну, можно как агрессивно, а так и... реально, прикольно, прикольно. Мне определенно нравится Витька. Виктор это просто гениальное существо. Не-не, вот... Мне из всех маньяков пока что прям очень зашли близнецы, прям вообще. Давайте все поставим. Ты можешь в настройках убрать карту, и все разную поставим. Ок. Кто маньяк? Как вы думаете? Я. Но мы меняемся каждый раз. А, вы каждый раз меняетесь? Да. А, вы про ДБД. Костян. А, ну это последний был. Чего? Ну, пока не считай меня. Да. Руслан. Что я? Последний маньяка. Костян. А. Давай за маньяка. А как? На, смотри, видишь, у тебя, где назад, там глаз такой. Да, он крестиком горит. Нажми переключиться на наблюдателя и потом переключиться на убийцу. Так он красным горит, я не могу на него нажать. А в смысле? В чем ржать? На наблюдателя можно. Переключись на спереди. Я на выжившем. Стоп, чё? Я не могу. А почему? А, потому что я готов был. Да, гений. Так, а почему они будем строить? Обычно. Чего говоришь, Костя? А как настроить убийцу? Еще раз нажми, ты в спектре. А, все, окей. А нас трое? Нет, нас четверо. Нет, три. Да, за нее будет нормально отыграть. А почему у меня сбоку не показывается? Разве? А. Ну вот я. Мне сбоку просто не пишет. А, вот. Че, так, давайте Юр, разные карты ставим? Деда? Да. Окей. Ставим разные карты по отношению, да. Типа, а, тогда давайте я сразу беру этот бейдж национальной лаборатории. Я полицейский. Я черный силь. Я мясокомбинат поставил. Я Никита. Так, еще меня надо шутку делать, тебе, сука. Приятно познакомиться, Никита. Я черный силь. Дайте, если я сразу выкладку сделаю. То у меня выкладка нихуя не сохранилась. Юра возвращается из армии. Вся жизнь Юры становится одной большой выкладкой. В целом так оно и есть. Знаете, какие есть вообще нормальные перки на починку? На починку? Угу. На починке. Зачем тебе чинилка генератора? Чтобы я быстро чинил. Инструменты возьми, лол. Так еще и перки, которые ускоряют данный процесс. Например, есть техник, прикольный перк, который предотвращает взрыв генераторов. Но, скорее всего, там нужно попадать в скилл-чеки. Не, потом 3% починки снимает, если я ошибаюсь. Ну. Болеешь? Ждем Юру. Вот бы еще вспомнить, как за охотника играть. Было бы хорошо.
Ну, видимо, теперь кто? Болею. Кто? Я Никита. Пончики с ванилью. Нет. Все, готов. Ах, это будет слишком легко для вас, возможно, сейчас. Блин, какие эти цветастые. Никита, расскажу такую забавную true story. Я недавно вынужден был появиться на вокзале нашем городском, и когда проходил через металлоискатель, у меня в рюкзаке всегда с собой нож. Бомба. И короче, я такой прохожу, это охранница такая: молодой человек, а что это у вас в портфеле? На тот момент у меня было в портфеле пакеты с KFC, 5 бутылок газировки, 2 жестяные банки энергетика, а в заднем кармане портфеля у меня лежал нож. Но прикол в том, то, что у него, знаешь, вот керамбит, которого то, что с отверстием под палец? Ага. Ну вот, и короче, охранница подумала, что это кастет. Лезвие не стало. Не, а лезвие не видно, кстати. Да. Где прикол в том, то, что там реально на металлоискателе не видно было лезвие, там чисто вот это вот кольцо и все. Поздравляю, вы нашли новый способ принести оружие. Тот чувствует, что нашим охранникам вообще поебать, что ты покажешь свои сумки. Вот серьезно, я сколько ходил через металлоискатели в нашем вокзале, всем поебать просто. Кто выиграл? Я. Не, у нас, кстати, проверяют нормально на вокзале. Вообще нету на вокзале металлоискателей. Меня последний раз проверили на вокзале только в Питере. Ты не в России, блин. Бляха-муха, Юра, ты сука. Пожалуйста. Кто не в России? Я не в России. Блин, карта, стоп, конечно. Это лаборатория, да, араба? А, боже мой, карта. Кто еще раз не в России? Руслан? Руслан? А где он? Тебе не стыдно? Реально, блин. Вернись. Зараза, блядь. Сука такая. Вообще оборзу. Чё я, блядь, красный навесился. Сразу трафну. Стоп, Костян трапер у нас или кто? Не-не-не, мамочка. О, Момми! Оу, май. Ты знаешь, что маска этой мамочки сделана из папье-маше? Ну не все маски. Вот бы с помощью чего-то скидывать. Только не все маски сделаны из папье-маше, я знаю. Стоп, Костян, нельзя керп, который сразу лопает? Угу. Ой, жопа. Мяу! Мне похуй! Ай-яй, ладно! Я мог спейс просто нажать, о боже мой, я такой дурак. Мамочка, я не хочу твоего молочка. Я просто игнорировал тебя! Пиздец. Вот это сейчас было двойное изнасилование, конечно. О, мэн. О, фак. А, бляха-муха, я обосрал! Ты где? Если что, я вас не вижу на карте, к сожалению. А, вижу. Вспоминаю, как играют на ПК, давай! Не кемпери, Пош. Я не кемпери. Ай-яй-яй, это что такое сейчас было? Молча ебем детей. Юра, ты мудак! Я хотел попытаться! Ты гений! Да! На самом деле я очень умный! Я, кстати, не пошел бы назад, если бы генератор тот... Будь здоров! Я даже заботал здесь, как мама, как пытаться вырваться! Ой, это жопа какая-то! Это что такое? Я вижу. Ты думаешь, я не вижу? Я вижу. Говно. Это песенка. Это самое сладкое, что можно слышать. Да, это я краски за нее обычно играю, потому что она офигенная. И укусит за твой кок. Я, блядь, об твою спину нахуй ёбнулась. Беги за мной, Юра. Костя, меня не увидел? Понимаешь, я тебя едва ли вижу. Слепой ты. Да, я дед! Неважно.
Чё это было? Старый получается. Почему меня все не едят? Просто... Тут можно чинить? По-моему, нельзя. Блин, говно. Ну, короче, это, пали тогда. Я слышу очень подозрительные звуки. Ничего не слышу. Ты глухая. У тебя уши детские. Блин. Ненавижу детей. Окей. Вот бы можно, вот бы можно было на законном это, уровне давить детей так же, как Виктора. Идешь по улице, видишь, как в коляске орет какой-то черт, раздавил лицо. Удобно? Да. Ну я отчасти мог так делать на своей прошлой работе. И поэтому а я, то, я что, одновременно по генератору чинить, это вообще жесть. Чё? Юра, спасибо. Юра, спасибо, ты отвлек его жопу на себя. Я не понимаю, зачем ты спрыгнул, конечно. А прыгни, девочка-сосочка! О. Он добивает. Стоп, а сколько дегенераторов осталось? Два, отлично. По-моему, три осталось. Два. Или три. Два. Может три? Может пять. Фигово, ты игровой, бля. А это чё? А, ни хрена себе. Хуямба. Мне, конечно, нравится эта песня, но... Извините, у меня... Но не так, это ты жертва. Нет, но у меня не встает на милф, извините. Блин, я, кстати, дурачок, я забыл, ты предал наше интеллектуальное общество! Ай-ай-ай, блядь. Нет, автокарма, автокарма. Я просто вернулся к адекватному. Ковалям? Нет. К адекватному, говорю. Уже топоры можно останавливать. Я вспомнил. Блядь, замок, замок с брекетов слетел, сука. Юру украл негр пау. Бывает без надо. Так, а еще у кого украли? Костяна? Я а, Костян Хантер. Костяна украли. Так и живем. Опять украли. Ага. Вообще без. Поздоров. Голый Нес. Не туда! Прям был хотел от нее выбежал. Да я не ожидал того, что я обкакаюсь. Чё? Нет! Пошёл в зад! Ладно, я сейчас очень фигню сделал. Нет! Ну зачем я встал-то? По-моему, у тебя в принципе не было шансов. По факту. Не, ну я мог его обмануть. Дети, вперед! Ой-ой. Это на наш рулевой. Это веселые висельники. Это очень фигово. Новые бесплатные. Это что такое? Боже, я сейчас я сейчас оглух. А все это концовка, скорее всего. Ой, блядь! What the fuck, man? Это Космен. Нет, нет. Это не концовка, не умирай, пожалуйста, Гриша. Я не умираю. Не промазывай. Я долблю эти щупальца, воевая с тентаклями. Да, Костян, ты не сможешь повесить, я воюю с тентаклями. Не-не-не-не-не. Ни в коем случае. Я вытягу, но мне... Вот! А почему я не на крюке? Ты не выживешь. Я буду дрочить этот крюк. Я обязательно выживу. Я зал... Мужики... Дрэша! Я сейчас не скину. Говно. Я не могу слезть с крюка, потому что я не на крюке, мэн. Я добил тебя. У меня текстурка крюка вообще в другом месте. Ну, в принципе... Огромный кто мой. Я не на крюке. Ты на крюке? Нет. Я в двух метрах от него висю, блядь. What the fuck? Ну-ка. А, да, реально.
реально, тебя со стены украли просто. Я не смогла, блядь, слезть с крюка, потому что я, блядь... Потому что крюка нет. По сути, ты решила доебаться. Не, это знаешь, просто тебя охотница... Когда маньяк, блядь, не может справиться со мной, игра со мной справляется, пиздец. Не, знаешь, просто охотница настолько, это, впала в боевой раж, что тебя повесила не на крюк, а вдолбила в стену. Не, Надя, это по сути такая, так, меня доебал этот вылезший, и покажу-ка я ему. Я вообще не понимаю. На крюке была. Как это так получилось? Первая игра на убийце. Тебе повезло, потому что была не на крюке, я могла с него спрыгнуть, вот так вот. Я абсолютный нуб за выживших, да как за маньяков, собственно, тоже. Я заметил, что ты такой идешь просто на меня, такой, а в смысле, ты тут? А, да? Ты как такой, ты вообще не видишь? Да, я просто, я одет, я воевал, я думал, я сломаю тебя в спину, но в итоге мой радикулит не помог. Просто такое чувство, такой красный террор, мы не видишь просто вообще никак. Я тебя не вижу и не слышно, чем с этого. Нет, я маньяк. Статуэтка из черного. Мансит за, блин, убийцу еще тоже нужно, блин, вспомнить, как там, типа, это не показывает свой террор, то, что ты поворачиваешься, они такие перепрыгивают на другую сторону, а ты не сходишь туда, нет. Мне обидно. Какой нахуй баг испортил мне мой побег, блять, в люк? Говорю, сущность. Просто мэн, блядь, пиздец. Именно поэтому я убил одновременно вас. Хорошо. Чтобы никаких люков тут нет. Я могла спрыгнуть, если бы у меня анимация не была. Спрыгнула, поймала тебя опять. Я бы нашла люк, отвечаю. Я всегда нахожу люк. И сейчас исключения не будет. Я всегда нахожу люк! Вот и все. Ага, не говори. Да, я просто чекал перки. У кое-какого классного предмета. О? Делаем бонь-голд у Хорни Джейл. Сейчас? Катя? Вот это, кстати, может быть очень опасно. Ну да, Ghostface. Ой, еще Ghostface, господи. Просто, где ваши ставки, как быстро я откисну? Нет, скорее всего откисну я. Скорее всего откисну я, потому что против уже нормальных убийц, мне кажется, я вообще сейчас откисну. У меня на убийце максимум 4 часа. С какого у тебя ранг? 16-й. Понятно, мы все умрем. Госпейс может быть совсем рядом, ненадолго задержите взгляд на убийцу, когда он находится поблизости, чтобы обнаружить его. Так вы можете... Нет, не смотрите на меня, я стесняюсь. Да, вот я только хотел сказать, задержите взгляд на Госпейса, чтобы он убежал. Это вообще, блин, Госпейс такая эмба, просто он может быть рядом, но при этом ты это не почувствуешь. Костян, хрюшку. Я стесняюсь, нет. Чё? Я хочу хрюшку купить. Купи хрюшку. Что тебе мешает? Купи слона. Купи слона, блин, я там закупаюсь всякой фигней. Извините. Будь здоров. Как тебе спасибо. Все, Юра, муравей. О, я боже мой, ну почему? Почему такие карты? Ну... Почему на этой карте я не хочу играть в здание за маньяка? Вот он фу. Ну, мне кажется, Ghostface, наоборот, здание для вас хорошо себя чувствует. Не, я очень плохо ориентируюсь. Ну, дело не в ориентации даже, тут... Я услышал звук вот этот стрёмный, но типа приближения не увидел. Какого хрена? Изи. Стоп, о, ну хотя бы у тебя перка нету, которая это заставляет ронять предметы игроков. Издеваться над вами не буду. Ура, висеть весело. Я елочное украшение. Можно мои пальцы добавить в это ведерко KFC? Конечно. Он сейчас следить начнет. Просто знаешь, что я делаю. Блин, ну кстати, это... у Ghostface почему-то это... играет тема, когда типа он рядом все равно. Когда он уже будет проигрывать свою способность, то такого не будет. Значит, это как это радиус террора. Зачем ты мне поддаешься? А куда мне тут бежать, лол? Как поворачиваться? Я уже не помню. Как оборачиваться? Да, бежишь, короче, на S и просто поворачиваешь. Инвертированное управление. Привет! Снова здравствуй.
Почему именно ты постоянно? Я не знаю, я просто пошел вперед. Какая-то удача у Гришина маньяков вылезать первым. Это весело. Я в первой катке, хорошо. Блин, украли! Моё! А чё в смысле? Пройти, ой. Ура! Ура, ты выберешься. Катаемся на убийце. То есть у нас так все хорошо? А меня слышно, да? Не. Не-не-не-не-не. Не должен был убежать. Почему вы думаете, что я глупый? Fuck shit, god damn. Я хотел уронить балку. Ура! Ведёрко KFC, снова здравствуйте. Вот это вот я осуждаю, блин. На генераторе что сейчас висит? Короче, мужики, в первой половине локации карты нету люка, я не нашел, пока на Кате катался. Так он потом спавнится. Да, он спавнится, он не сразу же. Потом? Да. Я себе нашел этот нефритовый ключ. Я себе нефритовый ключ просто взял, который этот, открывает люк. Или он открывает люк только когда он уже закрыт. Я прикола немного не понимаю. Почему вы все мне на лицо выбегаете? What the fuck? Но мы я потому что нет, я когда пугаюсь, начинаю делать штуки. Просто смотри в лицо опасности. Смотри на Кэти. Я так и делаю! О боже. Она кар-кар-кар-кар-кар-кар. Ворона мне все рассказала. Нет, ворона ослепла. Итачи врет. Руслан! Итачи ты что за контек, блядь? Ни хрена себе тут нички. А чё, сейчас дамтега не будет? Нет, зачем? Фигово, конечно. А где палетки, извините, что? В косметичке. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Вот. Man! Хватит дропать палетки. А ты чё? Кто это, Юра? Хватит. Чего говоришь? Это Юра сейчас... Тут я вот если рядом с ним. Man! Хватит меня слепить! Токсик, алло. Токсик! Это Юра сейчас, вот рядом с которым я приседаю? Да. Так отойди, да я лечу. Ой, зачем мне отходить? Не следует, я все вижу. А, то есть ты, у тебя первый подсвечивает, который хилит? Yes. Понимаю. О боже. Сфоткаемся. Я против. Блин, смысл фоткаться, если у тебя маска на лице? Ну, так, то он жертву фоткает, а не себя. Да. Почему? Зачем ему себя фоткать? Он и так красивый. Не, у него скин Руслана с маской на лице. Ты думаешь, он не увидел? Скин Руслана с маской на лице. Почему ты будешь меня? Вы все пытаетесь спрятаться за предметами, неужели не вижу? Руслан, не издевайся, пожалуйста. Ну меня хотя бы не повесили. А, тебя не покиняют тоже? Ну, понятно, ну боже мой, ну сейчас вот... Он просто... Ай, этот... Сука, ненавижу таких... охотников. Просто можно сторить, а потом убивать. Костян, держу в курсе, на моем трупе это ключик с аурой. Офигеть, вот это он мне поможет, наверное? Тупо две маска, один, смотри на меня! Итачи врет. О боже мой, ну чё, держимый Юра, ё-моё. Чё, кого? Лови по жопе. Я почему-то так и предполагал, что будет примерно именно это. Сфоткаемся. А, ты серьёзно, даже стейр на Юре ты набрала? Будешь фоткаться после этого? Не ждать, когда ты умрёшь?
Он героически истечет говном. Я бы офигел, если ты еще и на Юрию успел эстерн набрать. Где, где, все равно не скажу! Я сейчас второй раз повешу. Второй раз. Давай спасай его. Это первый. Война с тентаклями. Первый? Да. Я тянул. Юр, нет, ты воюешь с тентаклями, это второй раз. А, второй, да? А, да, второй, я это не путал, извините. Чинить. Запрещаю. Я запрещаю вам срать. А, Юра, зачем ты скилл-чек в попу засунул? Юра, достаньте так ли жопы! Да зачем? А, тут люк, понятно. Фак, щит, гадэм, Костяна обманула. Блин, Юра, я не смогу, наверное, до тебя добежать. Юра, пока. Просто пока, Юра. А, стоп, Костян, если ты получишь по хребтине, то ты все равно это можешь сделать. F разрешены. Улилилилилю? Да, ты сможешь сделать, даже если по хребту получишь. Да ладно тебе. Ты можешь сделать джамдэш. Говно. Нормально такой говно, кстати. Смотрит в люк. А что если убийца сбежит такой? Да ну в жопу. А я могу? Самое нет, главное, я очень надеюсь, что она караулит. Никита, нет! Это было страшно. Я, кажется, понял, что за перки у тебя. Нет, я просто наугад это сделал. Серьезно? Наугад? Я не верю. Да, как у меня так? Нету. Костян, ну... Потому что я поняла, что вы меня обсуждаете, видите? А шкафчики... А-а-а, то что... Да наблюд... Ладно, хорошо, додумалась. Хера себе? Так, сейчас чья очередь? Это Григ или чья? Да, я еще не был. Григ, боже мой, ты сейчас за Они будешь, да? Ну нет, боже я с Русланом Они недавно трахнул, нормально. Нюхать, нюхать, нюхать кровь. Нюхать, а Они, это такой, понимаешь, что... Если хотя бы один кто-то попадется, все, можно уже ливать скатки. Потому что бесконечная кровь со всех невозможно. Да, я хочу взять перк, который делает классно. Чтобы пройти Они, нужно ни разу не хитнуться, никому вообще, никому. Чего? Может другую карту только читает? Ну... Так вообще-то карта не фиксирована. А, мне полицейский. Давайте мы полицейский. Случайно. Полицейский а. Поставишь? Окей, сейчас. Они в коридорах, блять, представь, Руслан. Пизда, ты чё? Так ему там крутится. По-моему, самый страшный коридор это этот, Они в коридоре, и три выживших как бы застряли в одной комнате, и он, Они разозлился. Угу. Удачи. Это было на это а было каковы на шансы, что мы будем все втроем в одной комнате сидеть? Стоп, а как достаточно велики, что-то... особенно если мы будем друг друга спасать. Полицейский участок. Ну ладно. А, вот нашел это DLC-шки, они в самом начале показывали. О боже, у нас руки матчи. Теперь охотник может всех шотать, погнали. Да нет, я кое-что сделаю сейчас. Так, ну-ка. Я ищу тот перк, который мне тогда очень понравился. Который делает Биг Бадабум. Фокусиму, что ли? Да! Фактически! Для генераторов! Притом играешь за японца. А, во время смысла. Ну я просто это пережил. Так, кто не подтвердил? О, Костя. Да, я. Извиняюсь. Да что парень. Блин, полицейский участок, надо было Леона взять. Блин, ну извините, у меня нет Немезиса. Ё-моё, ты чё? У меня нет Немезиса, чтобы это бегать и пихать в рот тентакля. Нет! Это он тебя ответил? Чего? Не очень. Угу. Уважаю, уважаю, уважаю такие подношения, ребята. Я даже понял, что зеленое это полюбаться Юра выбрал. А чем мы опять в лаборатории будем или на этот раз все сделаем? Нет, полицейский будет на прикол в том, что у нас... Кто-то карту выбрал? Нет, у нас у всех дубы. А, блин, увеличенная дальность. Расстояние, да. Да, говнище.
Ну ладно, чё, это, готовьтесь к групповой менструации. Сказали бы сразу, что я поставил себе тоже. Я говорю, что пройти они, это нужно, чтобы никто не захитался, это невозможно. Пройти они. Но держу в курсе, это... После того, как я нокаю, я взрываю в области 36 метров все генераторы, нахер. Да еще лучше, давай, еще вот я пьерки возьму, чтобы еще было легче пойти тебе. Ты сейчас что было? А, Никита, я уже и забыл, что ты тут. Да, конечно. Ты невидимка. Человек невидимка. Или что такое, невидимка, да? А тот чел, который нож выбил Никита, он его продал? Нет. Нет, не будет? Я ему говорю его поменять, но он не хочет, потому что ему тот нравится. Но я не понимаю, как ему тот нож нравится, если он в уёбищном состоянии. Иногда такое бывает. Блять, прям вот просто, как будто на него... Он же двадцатку стоит? Да. А не проще продать? Ну хуй знаю. Не хочет человек его продавать. Ну купил бы себе игр. Ну, нахуй ему игры. Он еврей. Понятно. Этого достаточно. Ой-ой-ой-ой-ой! Одно время таких жгли. Ой-ой-ой-ой-ой. Маленький черный человек наступает. Стоп. На детей. У меня... Дед! У меня флешбеки. Стоп, мне кажется, ли я эту карту знаю? Но при этом я на ней не играл. Полицейский уч. Это второй резик. Понятно. Я-то думаю, что такое... О боже, и... А на мобилке её нету? Поиграл нафиг ремастерит Resident Evil, а теперь походу меня преследует парнами. Ищем маленьких детей. Веселых, главное. Только не негра. Грустные дети меня не интересуют. А негра. Их не весело ебать. Ну если негр грустный, понял, он Лил Пип? Yes. Лил Пип негр? Лил Пип. Грустный дед бегает по участку 17 часов. Это без регистрации и срачи. Без регистрации и бабушек. О, боже мой, нифига себе карта, конечно. Она очень... О, здравствуй! Ой-ой-ой, как выиграть, понял? Ой-ой-ой, как выиграть. Я ничего не вижу! Юра, теряй кровь. Менструируй, я давай. Ничего не вижу! Тики, Юра, тики! А, все, Юра под... Ну все, мы проиграли, пацаны. Это уже невозможно выиграть. Я предлагаю продать Юру. Куда? Минус выживший и все. Хрен мы починим. Нормально, выживем. Ай, блин. Все равно обидно то, что продаем. Вороны делают карпар. Да ты! О, Юра, снова ты! Протеиновый мудак! Никогда такого не было, и вот опять. Да. Ты откуда берешься, собака? Миленький, иди сюда. Я тебя изнасилую. Ой, ну он чер... Ой, ну... Минус генератор, который я что делал? Но это не Юра виноват, а то, что у меня перк. Я говорю, так в смысле не виноват, ты же его поднял. Не, а прикол в том, то, что я когда нокаю, у меня это взрыв генераторов проходит. А, ну все равно же Юра-то ведь нокнул. Юру сняли или он выбрался? Не, он сбежал. Нифига. Как? Ты на крыльку успел его повесить? Осколок что ли или че? Не, я просто его не донес до генератора. А. До генератора? Ты на генератор хотел его повесить? Да. Окей. А чё, нет, хорошая идея, по-моему. Чтобы его там шандар рахнул. Я потерялся. Я чё, в бэ, в бэ? Чё вообще? Карта. Круглая. Блин, я, кажется, понимаю, где на этой карте могут быть выходы, и мне это не нравится. Он стоп, пошел чё? В левое крыло. Я же это, влетел, нет? Ну как все страшно, Соня. Б!
Да ты издеваешься, да? Ты крови тёп. Да я тебя услышал за километр. Вот именно, ты крови начинаешь истекать. У тебя какой уровень террора? Не, у тебя, кстати, террора не было. Виси, девочка. Вот, ты меня повесил, я даже не вижу, где ты меня повесил. Как ты глаза открыл, лол. Хорошо. Балда. Чё, не понимаешь, что ли? Чё, ты будешь, что ли? Здравствуй! Да долго! А, блядь! Беги к шкафчикам! Шкафчики, блядь. Шкафчики. Юра, за мной. За мной, Юра. Господи, да куда уж больше-то быть? Я и так здоровый. Господи, помогите. Так. Давайте подока. Меня лагает, ё-моё, что происходит? Мне кажется, я не успею. Беги отсюда. Мэн! Понимаю. Хотите ржомбу? Mm-hmm. Когда у него кровавая ярость, он не может подойти к генератору и его ударить. Mm. Все правильно делает. Месячно, в смысле, кровавая ярость или что? Не-не-не. Тогда неинтересно, можешь не рассказывать больше. Катя, это ты весь хитнута сейчас, да? Нет. А кто там? Юра хитнутый. Я негр. Не, Юра, я вылечу. Я негр. А, я понял, ты хитнут, окей. Найти бы тебя похилять, чтобы не каплить. Всем спасибо, я негр. Какая, блин, запутанная карта. Как сделать бесконечный этот... фарм очков на смелого берешь, центр кадра становишься, и как бы везде будет это тун-тун-тун-тун. О, fuck me. А чё меня это за что? Засранка. Много срал. Убегаем сразу же. Ни хрена тут Нассана. Нассана? Масяня? Мне не нравится это. Это означает, что сейчас будет плохо кому-то. Нет. Это означает, что я просто буду ходить и ФК. Привет. Привет. Я никого не вижу. Посмотри, вот ты на фоне генератора его бабушку вообще не видно, слышишь? Чисто мисс. Что ж такое? А, я понял, у меня просто. Ты что же успокоишься насчет своего героя? Тебя не остановить. Здравствуй. Салам. Так, ну что ж, нужно помочь как-то. Чё, блядь? Стой. Вовремя, блядь, вы. Да. Офигенно. Стоп, а я это... А, понимаю. Мы починили генера, у меня сработал адреналин прямо перед ним. А, хорош, хорош, хорош. Полезные перки, погнали. У меня лагает, что происходит? Ой, ё-моё, что я начал, ой-ой-ой-ой. Блин, ты так тужишься забавно. Опа. Ай-яй. Так, кажется, я скоро пропаду. Какое говно выпало. А, я понял, другие. В смысле пропадешь? Ну, мне надо будет выйти из онлайна и какое-то время побыть не в онлайне. Так инвиз поставит, лол. Нет, я имею в виду то, что я говорю, что я отойду, потому что у меня запланирована встреча с другими людьми. Почему меня лагает? Меня лагает игра. Нигер чёрный, его не видно. Реально тебя не видно. Инвизибли.
А то что, а то есть меня он тоже, да, не увидел, я тоже получается. Я только скрытный. Откройте ворота. А второй выход где находится? Открывай. Противоположная сторона. Спасибо. Ну ты же на первом, наверное. Я понял, наверное, походу. Расспрашиваешь второй. Бля. Нет, пошел нахуй. Пиздец. Я никого еще не мог замементаморить. Потому что ты повесил только одного. Хорош. Всех закуцаю. Ча, мужики, Адрик будет, Адрик будет, ча, мужики. Так они уже у выхода. Да. Ты ползешь? Ча, Адрик будет, давай. А почему, где твой Адрик? Не будет, ворота одни открыты уже. Сорян. А почему я не могу? Я не спас. А, чё? Продал. Ну тут, блин, ну никак не спасти, он бы просто дошнулся и всё. Конец. Будь здоров. А чё в... Ну я за это время уже накопил. Допустим. А, ну ладно, я бегу. Ясно. Время продавать. Время продавать детей. Продавать. Покупать. Или продавать. Покупать. А чё, не они продали? Так, сладенько. О, Гриша не продал. Держу в курсе, метки крови даже за областью ворот будут. Я знаю, ухожу. Говно полнейшее. Когда вернешься? Не знаю. Никогда. Ой. Ой. Я, пока-пока. Ставь лайк, если у тебя треснула жопа. Офигеть.